Всем привет, дорогие друзья, с вами канал HMB Game, и сегодня мы продолжаем прохождение Hired Gun Necromunda. Звучит так как ух. Так, вы, наверное, там хотите почитать описание, но поверьте, это хуета. Мы пришли ради экшота. Хотя, вкратце могу вам рассказать. Кто-то, блядь, напал на караван. Караван этот ограбили. Что-то с него спиздили. На нас напал какой-то хуило. Ну, мы точнее пошли разбираться. На нас напал какой-то хуило. Я уникальный рассказчик. Вам все нравится, мне тоже нет. Поэтому погнали дальше. Так, это у меня крюк-киска. Так, я же себе купил этот... смотрите сейчас... Зацените. Нихуя вы не оцените. Короче, купил я себе этот. Блять. Как его? Сейчас скажу вам. Болтер я купил себе. Как у космопехов. Вот. А вот, собственно. Вот он мой болтер. Десбрингер. Я его улучшил, обкачал, закачал. Все бабки ушли. 300 монеток осталось. Ну, мне, в принципе, похуй. О! Я за прилавком. О, бой. А чё это ты его в последний раз употребляешь? Ты поишь нас всяким дерьмом? Так, ладно. Выбираем миссию. Пошли дальше. По компании. Запустить миссию. Так, ну вот, как видите, да, вот он у меня. Десбрингер, ствол. Ну, в принципе, мне все хватает. Все заебись, все подтвердить. Запустить миссию. Короче, мы попали в разборку банд, домов. Кстати, в Некромунды... Чёрт, думаешь, награду приносят всем на блюдечке? Проводник. Что? Нет. Но орлоки думают, что сам Бист дал им возможность уничтожить Голиаф. Тебе придется иметь дело с орлоками. Прежде чем ты узнаешь хоть что-то от Голиафов. Ладно, если вы заинтересованы, можете почитать эту хуюмбалу. Я не заинтересован лично. Опа. Ну что, на свалке какой-то? Ух ты, блядь. Даёшь за мисон! Ой. Ты чё, сука, творишь, блядь, а? Дичь, зверь ебучий. Я вам тут замес устрою сейчас, сученьки. Что ты делаешь, мать твою? А ну иди сюда, нахуй. Он решил ко мне лезть, ты, дерьма, кусок. Отдача у него бешеная, но он гасит вообще жестко. Жестко гасит. Ого. А там что? Что-то вот особенное, да? Здрасте. Ой-ой-ой-ой, я понял, сюда нельзя. А там что? А тут лазейка какая-то, да? С сундуком поди. Я не понимаю, что это. Ты чё, блядь, пёс дикий? Охуеть. Запёрся он, ты посмотри на него. Здорово, мужик. Чё, как оно? Не очень хорошо, согласен. Это какая-то свалка, где все квадратиками складывают. А вы что, регенерируетесь? Давай-ка убьем тебя для разминочки, сученька. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Ребята-то закачанные и прокачанные. Да кто там шмаляет-то так, а? О-о-о.
Давай тебя добью. Давай, вот, держи. Через рученьку. Получи мой ножичек. Я тебе зубы пощекочу. Да что ты, блядь, такое огромное-то? На, вот тебе в голову тут, в головешку твою глупую. На, вот тебе. Хопа, в ногу. Видал? Или в яйца. Куда-то я тебе засунул его, но не знаю куда. Давай, ракезик твой подправим. Хоп-хоп-хоп. Ножичками все закидаем тебе. Кто-то по мне шмаляет из гранатомета, что ли? Тебе нужно подняться для лучшего обзора. Я вижу там маршрут из маячков. Проверь, куда он ведет. А, вон ты кто, да? Давай я вот тебе эту базуку тебе в жопу засуну вместе с ножом этим ебучим. Сука, чебури-то съебаный, блядь. Ты кто такой? Щит! На тебе, щит твой, в жопу себе его засунь. Кто еще там, блядь? Сука, вот вы, блядь. Давай. Хуяк, видал? Да чтоб тебя, а? Вот так вот. Всех вас перегашу, блядь. Черти ебучие. Вы решили ко мне лишили, а? На вот тебе, на тебе, сука. На, сука. Господи, сколько вас, а? Сколько вас тут, а? Что-то средняя сложность, больно легкая здесь. Так, а тут что у нас? Все, я уже не хочу. Вы, я так понял, регенерируетесь, респитесь. Я подумал, ну вас нахуй. О, блядь. Извиняюсь, сорян, не туда. Не туда отправил. О, здорово. Че, как базука? Нормально? Мне тоже понравилось. Ты нормально мне так приложился, уёбок ебучий. Сяный хуй. Оп. Так, и чё здесь? Чё происходит? А, эй! Опа. А ты чё, в броне какой-то, да? Давай вот тебя тоже убью. Мне хпшечки нужны. Умер-то как красиво. Мне понравилось. Так, патроны у меня не бесконечные, а эти уёбки все так и прут. О! Здравствуйте. Теперь я готов разговаривать с вами. А это кто? А, это эти, дегенераты. Дегенерат и его дружище. Я тебе даже подмогну немножко. Постреляю по этому кумполу. Опа. Хорош, блядь, меня какашками стрелять своими. Тупой дебил. Это что такое? Воу-воу-воу. Засада какая-то, да? Засадите себе сами, господа. Засадите себе сами. Мне вообще, я не заинтересован вас убивать уже. Мне уже стало скучно. А куда я? А, я в начало прибыл. Заебись. Какая неожиданность, да? Согласен? На, вот тебе поджопник. Опа. А, хуй там, да? Оп! О, нихуя себе. Я все-таки сюда запрыгнул, да? О, здорово, пацан. Тебе нужно подняться, я понял. Я понял, сука. Да блин! Некромунда, не разочаровывай меня. О, блядь! Сука, ты глупая тварь, блядь! Я тебя ща обоссу, ебало, все, понял, нет? Воу-воу-воу-воу-воу. На, вот тебе, сука. Дичь ебучая, а? Фух, надо подлечиться, это потому что пиздец. Ва-а-а. Да-да-да. На, у тебя, сука. Дичь ебучая. И тебе тоже, давай, вот. Щит он, блядь, решил это нацепить на себя, а?
Опа, здрасте. Опа. Сука, так тупо еще я никого не убивал. Так, все, отъебитесь от меня, пожалуйста. Так. Так, отлично. О, здорово. А почему я не могу стимулятор использовать, сука? Опа. О, снаряды амботов. Осторожно, генератор защищен крупнокалиберными орудиями. Да, я заметил. И вообще похуй. Похоже, орлоки пытались пробиться, но хуй там плавал. Эй, здорово. Дай я тебя казню. У меня хпшечек мало. А ты вкусный такой. Все, я выпустил ракеты. Опа, бамс. И что у нас тут? Гость программы. А, еще один. Просто возьму. Бам, что-то пиздыкнулось. У меня все затряслось. Ладно, там пролом образовался. О, господа. На тебе, сука. Ебать, больно, больно откусил ты от меня. Не надо в меня стрелять. Не надо вот этого делать. Ну да, турельки из вас, конечно, так себе. Хуйня. Хуйня. Оп. О, взаимодействие, стимуляторы. Отлично. Но как их использовать, я так и не понял, блядь. Вроде на F нажимаю, а толку? Толку Балтика нулевка, извиняюсь. Это просто, ну... Здорово! Держи! Неожиданный, да? Прилет! В рот просто. Да господи, сколько вас, сука. Я как этот охотник за вампирами, блять. Опа, по шайбе, видал? Агарым бой. Хуярым, ёпта. Да чтоб тебя. Смотри, хопа, 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 хопа. Это еще что сейчас было? Куба. В принципе, я их откупориваю просто на раз-два. Что происходит, блядь? Здорово. Смотри. Я вот, значит, взял. Какая неожиданность, да? А вы что, блядь, делаете-то, а? Такое, вас слишком дохуя. Хопа, хопа, хопа. Здорово. Чё, как оно? Оба. Я убил тебя, стоя в воздухе. Держи в курсе. Опа. Засада не удалась. Держи. Не урони, пожалуйста. Где? Вон еще один. Уёбок. Уёбок. Я чувствую себя немножечко спидермен. I am ваш добрый сосед. Человек-некромун. Здорово. Здорово. Ты чё думал, так высоко я тебя не достану? Да хуй там плавал, дружище.
Так, а теперь поговорим с твоими друзьями. Да-да, в голову если мети. Дурачок, блядь. Дурачок ты, ёбаный стык. Ох, да, надо было снайперку брать все-таки. Вон генераторум, а я хочу туда. Опа. Так, что тут у нас? Стимулятор. Там что-то, да? Там что-то, монеточки. О, монеточки. Оп. Блин, я уже не могу без крюка кошки просто. Я не представляю свое существование без этой хуйни. Да, здорово. А что там такое? Завод какой-то, да? А, ну да, это же я оттуда, ничего себе. Такое ощущение, что большой озлобленный хомяк. Вау, я сквозь текстуры прохожу, держу курс. Пока, ребят. Алибидерчи. О, нихуя. Мне показалось, ли у меня прицел какой-то мощный. Так, а что тут? Грибы. Ребята, грибы. Грибы, глядите, грибочки. Это грибоед какой-то орёт. Ну-ка, бамс. Сим-сим, откройся. Что вы делаете? А если я так начну делать? Бля, я напоролся на свою гранату. Вау! Это было сильно. Держи. Не урони мой нож, пожалуйста. Что ты делаешь? Держи, держи, держи. Так, патронов у нас дохуища. Заебись. Опа. Как я вас четко, да, наебал? Казалось бы, вроде качки, но что они могут против моих киберладошек тоже вот это вот. Блять, у меня такое чувство, что вы еретиками стали и какого-то ксеноса там кормите. Мне ж сюда, да? Ну да. Генератором наверху. Да, ебать. Вот это хуетень. Опа, Цайкер. Ты что-то там мой пауэр хлебнешь. Давай, давай. Да подожди, блядь. А почему я ж это... Мощный стимулятор, а почему? Ладно. Смотри, хуяк. Вот это поворот. А ты, казалось бы, всего лишь обычный Цайкер. Опа, подруга, держи. А, это ж ты. Или не ты? У тебя ноги нет. Вау, 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 вау. Держи. Сука, этих Псайкеров. Ой, блядь. Да бей уже, бей его. Бамс. Хопа, хопа, хопа. Да подожди, дай мне подлечиться. Опа. Прям в птичку тебе вогнал. Тебя ничего не смущает? Опа.
Господа, это Рок. Давай, давай. Ты был в броне, я был с ножом. Опа. А вы будете сегодня умирать или вы сегодня неумираемые? Вам бы сестры битвы, вот серьезно. Опа. Давай, опа. Это не ты ли было часом, нет? А, походу ты, да. Блядь, да сколько же вас, а? И вы, блядь, добрые самаритяне. Блин, жалко, не могу тебя добить. Так бы было бы весело. Было бы крайне кроваво весело. Да умришь ты, блядь. Наконец-то. Ебите в сраку. Ты кто такой? Очухался, да? Держи пульку в голову. Да что там это? У-у-у. Опа. Анимация, конечно, да. Давай поговорим. Держи. Хопа, хопа, хопа. Четко. Это что, блядь, такое? Это ересь, господа. Это мутанты и ересь. Это экстерминатус, нахуй. Это что такое? Что за шарики? А что мне делать? Избавьтесь от болотных монстров. Болотные монстры? Здорово. Это хуже, чем я думал. Ладно, я знаю, как ты можешь выбраться отсюда. Снова включи поврежденные генераторы. Убейте чудище. Да блять. А как мне туда попасть? Обида ебаная. А как мне? Куда мне? Чё мне? А, во. Я туповат, маленький. Да, это бывает. Это бывает. Это со всеми абсолютно бывает всегда. Хашин Ай. Давай возьмем. Что это такое? Снайперка. Это лаз, сука, ган, сука. Вы серьезно? Это лаз ган. Неплохо. Так, шарик, хуярик. Что происходит? Я как будто радиацию схватил из сталкера. Кстати, ребят, если хотите, можем и сталкер, в принципе, поснимать. Воу-воу-воу, это что такое? Выберитесь из генераторума и останьтесь в живых. А чё в смысле выйти? Вон там можно выйти, да? А я не могу. Опа. А как, блядь, выйти? А, во. Фух. Фух. Вот он мне пишет, типа, мощный симулятор, не могу, не буду. Я не могу его использовать, сука. Ну, у меня есть теперь лазган, ребят. Лазган снайперский. Это вещь, ребят. Да. Не двигайся.
Выполняй, если хочешь жить. Нихуя себе. Мои братья не бросят меня. Они здесь повсюду. Здесь их нет. Отвечай, на кого ты работаешь. Где Сильвер Талон? Ты уже труп. В любое мгновение они... Попробуем это. Эй, вы, большие жирные твари, ищите главаря орлоков. Я уже нашел его. Забирайте, он ваш. Последний раз спрашиваю. Говори, и будешь жить. Неужели? Ты надеешься справиться в одиночку? Блять, что за садомия тут творится, э? Так. Я вот сейчас всех, блядь, из лазгана порешаю. О, ты типа невидимая, нихуя себе, здрасте. О, причесон у тебя, конечно, заверни и отверни прям. Девочки, и я тут местный парикмахер. Я уже предлагал как-то раз вам свои услуги, но предложу еще раз. Да ты чё, типа невидимая, да? А я тебя вижу. I see you. О, у тебя жопа взорвалась, ты видала? Здорово! Блять, да что ты? Давай. Хопа. Бля, какая ты большая баба. А ты вот эта вот, которая выебывалась больше всех, да? Или нет? Все? На этом мы порешали? И что? Что ты, блядь? Дурачок? Вот ну дурачок. Ну по-другому назвать никак нельзя. Боеприпасы всегда нужны. Блин, ну лазган, я с него теку вообще. Мне всегда в Вархаммере нравилась имперская гвардия. Я вот прям, ну, тащился с них. И чё? Куда выйти? А, типа всё? Ладно, окей. Миссия пройдена. Ой, братуха, житуха. Так. Мне там костюмчик выпал, да? Так, возьмем. И вот этот тоже возьмем. Так. Техно. Урон от пламени, да? Возьмем. Так, предметики. Плюс 5 бонус к добычке. Плюс 7 к добыче, 6. Статус здоровья. Костюмчики. Легкий комбинезон. Так, тяжелого нету. Да, специальная. Хашинай. Добыча, которую нельзя перенести, будет продана. А почему я не могу забрать? А, вот, спецоружие. Да, все, забрал. Страйкер. Автомат. Он фиолетовый. Заберу, пожалуй, все. Там, если что, продам. Пистолеты не получал, талисманы тоже, и все, и нахуй это все продадим. Пизду. Да, продать. Нахуй оно не надо, если оно не цветное, в пизду. Будем искать ее голубое, фиолетовое, вот так тут. Может быть, дальше там что-то еще есть. Фюнербол. О, гранатомет. Заебись. Вот это была миссейка, конечно.
Так, а эти большие парни, я так понял, они нам помогали, а я их убивал. Плазма, пушка, сука. Сука. Где ты, оружейник? Тяжелая, значит, надежная. Да, у вас у всех так. Блять, пистолет. Плазменный, сука, пистолет. Броня, комбинезон, Iron Sand. Темпест, тяжелый стаббер. Блин, но стаббер это тоже бомба просто. А, я вот это вот хочу. Плазмоган, сука. Я хочу тебе продать. Левый shift переключить, купить, продать, давай. Давай я продам тебе. Вот это вот продать. Вот это вот продать. Вот это вот продать. Так, сравнить. Точность, устойчивость, урон, больше оперативность. Ну, короче, все понятно. Давай. Hasta la vista, baby. Нет, Хашина я не буду продавать, чисто из уважения, блядь. Он мне нравится. Я тяку. Да, продам его. Я же не могу экипировать 4 предмета сразу, правильно? Ну что? Что? Гипантер. Блин, автоматики забавные, но это калаш. Как будто калаш прям. Мне нужен либо плазменный пистолет на постоянную основу, либо этот. Может, тяжелое что-то взять, а? У меня бабок мало, это же еще улучшать надо. Блядство. Да пошел ты нахуй там, я сейчас куплю. О, Хашин Ай. Типа покруче, да, будет? Тут у меня уже полностью улучшенный, считай. Короче, это. Хай будет. Улучшу его сейчас. Будет вообще заебись. Так, ну-ка, врач, давай. Мне бионика нужна, кстати. Я давно уже бионику не лутал. Бионические ручки. Бля, 4500, вы серьезно? Импульс-парализатор. Бам. Понятно. Бонусное здоровье. Энергия заряжает внутренние конденсаторы. Бласт. Рам. Ну как граната, да. Так, ноги. Бонусная скорость прыжка. Бонусное здоровье. Давай вот это. Силовое поле. 1000 стоит сюда. Так. Рядовой Авгуров. Ладно, все. Пойдет. Только отъебись от меня. Блин, убить бы тебя, что ли. Ну чё, кошелки, нормально я вам ебал это всем поломал, да? Да не грустите вы, всё заебись бы, да?
Так. Давай, дружище, поиграем в улучшение. Бабок немного, так что давай так сильно не это. О, как я хочу тебя улучшить. Талисман удачи. Кредиты. Тебя поставим. Археотех. Токсины. Лазерные прицелы. Зачем тебе лазерный прицел, друг мой? Ложе, вот тебе нужно ложе, да. Лажа, блин. Так. Так, выше неустойчивости, ниже точность. Выше точность, управляемость меньше. Ну вот это. Дробовика. Ну, уменьшение управляемости, ничего страшного. Так. Энергетические ячейки. Вау, 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 вау. Бонусный урон. Понижение устойчивости, меньше вместимости. Выше емкость. Что лучше? Урон. Урон возьмем. Будет пушка-бомбушка просто. Просто пушка будет. Ну давай. Вроде недорого. Позволяет оружие накапливать энергию и производить мощный выстрел. Так, модулятор энергии. Вот, сука, вот это вот мне нужно было, да. Урон аж 107, нихуя себе. И прицельчик бы ебануть. Зачем мне большой прицел? Ну, нужен обычный самый. Вот, такой подойдет. Ну, на оформление у меня уже не хватит. Лазерный прицел, конечно, можно, чисто для красоты. Выше точность. Ну, давай, хай будет. Так, ты мой друг, что у тебя тут? Кредиты. О, вот, кредиты. Археотек на токсины, пламя давай. Лазерный прицел тоже тебе ебану. Нет, не ебану. Ты же у меня снайпер, правильно? Так, модуляторы энергии. Модулятор охотника. Выше точность, меньше урона, уменьшение дальности. Не, мне нужен модулятор помощнее, друг мой. Прицел большой дальности, средней дальности. Вот это хочу. Блин, ну это же лазган, сука. Да. Он такой классный, блядь. Лучшее оружие человечества. В принципе, все, что. Энергетические ячейки. Ну вот, да, переполненная. О, стандартная на 40 магазин, но у этой урон больше. А это вот на 80 даже. Отлично. Так, а вот он наш болтер. Прям пушка-зверушка, я вам говорю. Так. Show me what you can do for me. Так, подожди. Как тебя экипировать? Ой, ладно. Разберемся позже. Вот, за оружие, да.
Я вот немножко не понял. Параметры. Так. Давай-ка найдем инвентарь, потому что меня это немножко уже заебало. Так. Так, показать доп. Сведения, предыдущее оружие. Рывок, пробел, позвать питомца, бросок гранаты, выстрел, прицел, перезарядка, движение. А вот теперь я реально не втухаю вообще просто. Мастиф, что у тебя, как дела, дружище? Да, с возвращением. Я слышал, Iron Vapors получил хорошую трепку от вас. Нужно было потрепать их больше. Что не так? Неважно. Орлоки ваши старые друзья? Кто вам это сказал? Просто догадка. И Black Serpents испортили вам настроение. Снова следили за мной? Вовсе нет, но, как я уже говорил, наши пути совпадают. Вот почему мы должны работать вместе. Это было бы самым разумным решением. Иногда самое разумное, не самое... практично. Что ж, возможно, на все свое время. Я постараюсь разузнать побольше о тех Эшреках. А это типа кто разыскивается, да? Так. Так. Подожди. Здорово, мужики, чё, как оно? Ну, вашего брата похуярил, ну, бывает. Я не понимаю, как снарядить это дело. Или это уже через него как-то? Show me what you can do for me. Не понимаю. А, блядь, точно, на него можно тоже всякую хуйню установить. А я что-то не это... хуй на него положил. Хоть на глушак хватит. Все в урон, сученьки. Так, ну вот и все.
Пробиваемость ему увеличил, вот он уже солидный. А чё в смысле, он же экипирован у меня? Чё... Ой, как мне это заебало, блядь. Хотя, я тупой, да, я согласен. У меня же есть это, выбираешь задание. Ну что, ну? Что ты выпускаешь? Что случилось? С тобой пиздеть надо. Давай, давай, кошелка. Second best или чуточку Will Snake, надо же отпраздновать, да, давай. Праздновать что? Я зашла Рен Вейпер Скерпа досталась от тебя, но ничего показать. Ой. Короче, я не знаю, проводник, возможно, знает. Хорошо. Пиздим. Попиздим со всеми. Чудной проводник, здравствуй. Это хорошо, я не люблю, когда за мной следят, он не за тобой, за всем, что здесь происходит. Ты сильно ослаблен из-за того, что были объявлены вне закона, они покинули свои обжитые базы. Я слышал об этом, ты знаешь, где они сейчас? Что это изменит? Много, если ты прав. Ну ладно, я покажу тебе, но добраться туда будет непросто. Здесь везде раньше были буровые шахты, но некоторые из них все еще остались. Так что лучший способ попасть туда через одну из старых шахт. Ну и в чем сложность? Единственная шахта, которую я знаю, все еще функционирует. Блять, ну ладно. Что-то народу стало в разы больше. Какой ты дедулька. Пошли дальше. Так, ну вот, смотри, берем. Вот это вот возьмем. Так, снаряженька. Опа. Броню одели. Все хорошо. Стимуляторы. Так. Ну и все. Запустить миссию. Все. Все, ёба народ. Так. О. Да, бля, вот это бомбезно. А, я проебал, что ты пиздел. В принципе, поебать вообще. Лазган и плазмопушка, вот вообще просто. Нихуя я жирный. Тифтилькин. А чё все? А чё все? Здрасте. Опа, а чё нашёл? Монетку нашёл. Крысиные корни, они съедобны? Нет, однажды мой мастиф их попробовал, а вскоре умер. Пока, друже. Ты чё, блядь, серьёзно сейчас? Я тут перезаряжался. Сорян. И ты держи. Да, пожалуй, как-то так. Фу. Как все это выглядит стрёмно. Ой. Ай, сука, с одного выстрела умираю. Да на вот тебе, на, сука. И ты тоже держи. Ох, загонял. Ебало. Что ты такое несешь? Классная пушка.
Опа. Так, рок начался. Ты чё, блядь? Держи в голову, дура. Глупая. Опа, 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 опа. Да. Оп, 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 оп. Опа. Вау. Сайкер из вас, ну такой себе. Опа, опа, опа. Давай. Бам, бам. Блять, ребят, это конечно. Давай. Вы такие глупые, что пиздец. Вау. Там у вас местный друг пришел, да? Да ты что? Пиздюк, блядь. Вау! Да, блядь! Блядь! Блядь, да вы чё гоните, что ли? Да ладно, блядь! Сука! Каким макаром я ещё жив остался? Да пестик. Пестик взял. Бам. Блять, вот пидоры. Суки. А чё, в смысле, я убил? Ха, неплохо. Опа, Сину завалил. Ебать вас тут сколько. Да ебать, хорош, блять, уже меня пылесосить тут, блять, а? Нате, сука. Блять, зарядь. На тебе, псина. Ты меня напрягаешь, сука. Блять, опять! Нет. Ни в коем случае, сука. Давай. Фу. Как мило, что ты ждешь, пока я это. Держи. И ты держи. И ты держи. Ой, блядь, вот мудозвоны, блядь. Чуть не убили меня, а? А я не знаю, как аптечку использовать. Я нажимаю на F, а он мне такой, иди нахуй, дружище. Заверни, говорит, за лупу за воротник. А я говорю, я не могу. Наконец. Все откупорены. Суки. Фух. Извлеките сверильный вал, говорит. А куда идти, говорит? Че, вниз? Да, да, да. Какое милое приветствие от добрых шахтеров. Это говне, мне это не нравится. Ох, ну давай.
Понимаете, ситуация. Она обязывает. Нихуя себе! Давай. Подружку твою тоже. Да блять, ну что? Что вот? Маленький очень боезапас. 5 пуль это мало. Не выебываюсь, со своим щитом вот этим детским. Хоп. Спекся, блядь, мальчик. С пальчик. Блядь, не туда. О, патроны. Патроны я люблю. Четыре, блядь, патрона. Вы серьезно? Блядь, ты умер. Возьмем болтер, пожалуйста. Что-то мне не нравится этот звук. От слова совсем. Блять. Блять, беги! Открывай, сука! Открывай! Сука! Да блядь! Фух, блядь! А чё в смысле? Фух! И ты меня слышишь? Да, я тебя понял. Кажется, тупоголовые голиафы тоже идут туда. Да, осторожно, там они нашли кучу амботов на погрузочной станции. Они, наверное, попытаются использовать их. Хорошо. Уничтожьте амботов. Хорошо. Это вот эти вот пидоры, вот эти вот. Блять, пацаны, нормально же общались, ну. Чисто по-дружески убиваем друг друга, да? А вроде бы нормально общались. Голиафы, блять. Ебать, ты огромный, пиздец. Как космодесантник прям. Я вот только одного не понимаю. Ну, типа, друзья-друзьяшками, типа, были, да? А теперь такие, ой, ну все. Хорошо, что амботы не действующие. Пока ребятки там рубятся, я... Hands up! What you hands up, Индия? What you hands up? Хоп! Я сломал тебе ебало.
И тебе его я сломаю тоже. Блядь. Ну, блядь. Я просто в бункер зашел какой-то, да? Пошли, пошли, пошли. Один спустился, а я поднялся. Так, амботы. На что? Ничего, неизвестно. Блять, нихуя вы меня тут ополоснули. На, чес, сука. Фух, хоть подлечился немножко. Иди сюда, сука. Сука, подожди, у меня есть, что тебе противопоставить? На, у тебя, блядь, захлебни. Оп, сейчас друга твоего убью, подожди секунду. Давайте, сука, держи, держи мою саблю по самую саблю. Вот и все. Да. Так, ну чё, пошли следующий, за следующими амботами. Какой ты злой стал, а? Держи в ебасосину. Блять, сколько же в час заряженных выстрелов надо? А, все. Держите, блять. Изи-пизи. Не ори так. Ты меня возбуждаешь. Так, последний амбот. Или не последний? Воу, что сейчас было? Они друг друга перебили или что? Я так и не понял. Вроде стрельба прекратилась, конечно. Ну да, они там патрулируют уже. Просто патрулируют. Я не хочу даже узнавать, куда он исчез. Полудурок этот. Но он реально полудурок. Ну и где ты? Сейчас, подожди, друзей твоих, поубиваю всех нахер. Как мило, что ты ждешь. Это было быстро. Такс. Нападите на поезд. Базара ноль. Где поезд?
Здорово! Я на тебя нападаю. Мы действительно думали, что мы не знаем о вашем хитром плане. Нихуя себе ты. Киберогрин, блять. Иди, фас, блядь. А чё не стреляешь-то? А чё? Блядь, у меня... Я не могу стрелять, серьезно? Почему он не стреляет? Чё за баг? Чё за хуйня? Чё, блядь, происходит, Сейчас серьезно мне эту хуйню заливаете? Мне это не нравится. Чё за хрень? Пёс, держи. Поебасосим. Блять, ну конечно. Блять, ловушка ловушкой. Ладно, хорошо, я убегаю, убегаю. Я здесь, я убегаю, давай. Пиздень, блять. Я не могу стрелять, чё за хер такая? Ну и чё? Ну вот он я, съебался. Дальше что? Куда ж? А, все понял, понял. Я просто немножко туповат, это бывает. Вау! Я могу забрать тебя прямо сейчас или соскрести с пола примерно за 30 секунд потом. Что выберешь? Вау. 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 Черт. Ладно, дорогие друзья, пожалуй, мы на этом закончим. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и жмакайте на колокольчик. С вами был канал Хамба Гейм. До новых встреч. Ну ладно, еще ролик посмотрим чуть-чуть. Блять, какая-то хуетень. Просто это сейчас какая-то дичь. Это самый, сука, трэшовый ролик, который я видел. Хуя, у него трусы были, да, с черепком. Модный. Сука, ладно, давайте. Всем пока.